Новые кадровые перестановки в антикоррупционной службе. Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении замов председателя ведомства. Первым заместителем стал Дмитрий Малахов. В разные годы он работал в органах внутренних дел, финансовой полиции. Прошел путь от следователя МВД до зама департаментов регионального и центрального аппарата финансовой полиции и Нацбюро по противодействию коррупции. Асхат Жумагали занял кресло заместителя председателя антикора. Свою трудовую деятельность начинал с рядового специалиста прокуратуры и прошел все ступени от исполнительного звена до руководителя регионального департамента.